Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня мы распаковываем вот такую вот коробочку Far Cry 3 «Безумное здание». Конечно, почему, вы спросите, я не сделал это в ноябре? Так, потому что, как бы, заказал очень мой хороший друг из интернета, как бы, мне заказал вот этот такой вот подарок, как на Новый год, считай. К Новому году как раз. А, только сейчас пришло. Вот не знаю почему, но только сейчас. Как видите, автоплан не очень хорошо работает, так что приходится снимать так. Вот, начинаем вот это вот Far Cry, вот безумное издание, вот как бы. PC-версия. Far Cry 3. Вот, что включает, короче, всякие там дополнения, фигурки, вот так далее, короче. Ну ладно, давайте нормально разберем. Игра Far Cry, практическая руководство по выживанию, весь дополнительный электронный контекст, фигурка безумного аса. Ну, тут, как всегда, встретите свое безумие, скриншоты из игры. Тут, как бы, рейтинги, и что может ожидать в игре, это нецензурная лексика, чрезвычайное насилие, потом, как его, это не игромания, а, так, вроде, азартные игры, вот, потом онлайновая, что-то там, ну, сеть, наверное, как всегда, Uplay, Ubisoft, Бука, поставим, как бы, переводчик в России, системные требования, описание, ну то, что вы не любите читать. Так, безумный набор дополнений. Мартышкин труд, пройдите 4 уникальные миссии с Герком, который новым колоритным персонажем. Пропавшая экспедиция, откройте 2 миссии в забытых руинах. Дополнительный воин, а дополнение воина, получите 2 эксклюзивные татуировки, воина и кинжал воина. Потом дополнение охотник, получаете вот такую вот снайпу со всеми прибаутками, там, что с ней идет, с полным обвесом. Получите 3 вида охотничьего камуфляжа. Это эксклюзив чисто вот для безумного издания. Потом дополнительные хищники. Там появятся хищники и какой-то лук. Я не знаю, наверное, не коллекционный, обычный, наверное, из игры. Ну ладно, так, давайте. Вот это вот даже выемка, видите, он вас показывает сюда. Давайте откроем. Что там? Это он и есть. Вас. Извините, что так работает автоплан, очень плохо. Я буду все делать одной рукой. Давайте, как бы видите, я пленку снял. Так, давайте посмотрим, что внутри. Тут вот уберем. Тоже уберем. Так, и внутри у нас тут диск. Как я вижу, чехол и выемка для фигурки. Давайте достанем фигурку. Так вот, для фигурки. Еще я достану. Как бы мне приходилось ее открывать уже, для того, чтобы проверить все, конечно, на целостность. Вот вас. Давайте я пока поставлю камеру. Извините, что вот так вот. Пока открою быстренько. Так, достану. Вася, выходи. Молодец. Так, давайте посмотрим. Вот это вас. Могу вам так сказать. Вас. Колоритный персонаж игры. Даже главный, мне кажется, антагонист или протагонист, как там говорят. Стильный ирокезик. Стильная юбочка. Какой-то серенький песочек такой. Короче, гавайтянка с головой Васа, которая еще к тому же и болтается. Такого в машину можно себе поставить, если чего. Давайте его пока уберем вот сюда вот. Эту коробочку тоже уберем. Так, закроем пока вот этот вот. Не будем. Давайте. Извините, сейчас достану быстро. Так, ага. Чехоль. Чехоль у нас вот такой вот в папочке. Сейчас мы его откроем. Конечно же. Чё, ему не болтаться же воды. Полетели нам пакетики. Давайте. Извините, что убираю камеру, просто неудобно все делать одной рукой. Не я один так замечал, наверное. Вот это видео Far Cry 3. И видите, как будто он такой потрепанный весь чехоль. Чехоль наш такой потрепанный. Весь такой измазанный. То есть пока положил вот так вот, чтобы вы видели. Блин, плохо видно он, наверное, скорее всего. Вот я его открываю. Валится по кармашку. Давайте заснимем. Вот, как бы тут кармашки вот.
для дисков, для коллекцион, ну, для этих, для гайда и для этого, для дополнения от игры. Закрываем быстренько его. Зачем он нам нужен сейчас? Потом, может, будем. Кто хочет, вот можете купить и пользоваться этим чехлом, а можете просто поставить ее на полочку рядом с васом и наблюдать. Ну, пока васа мы засняли, тут только без головы, без головы. Так, и чехол тоже убираем вот сюда вот. Пока вот так у нас получается картина. Сейчас мы достанем гайд. Гайд по выживанию. Гайд, как бы у нас, видите, вот такой вот помятый весь. Как и должно быть. Конечно, как же его можно писать в джунглях, и чтобы он не помялся и не намок. Это же просто глупо. Так, у нас тут все по страницам, как бы все, что написано тут. Только вот здесь есть смешные диалоги, ну, в смысле, здесь есть юмор, который написан, но его поймут только те, кто в совершенстве овладевает английским, или, ну, хотя бы понимает, что как бы можно читать. Ну, главное знать английский, чтобы понять вот эти все приколюшки. Ну, а так как я не очень владею, там можно найти. Тут как бы все это нарисовано тут. Ну, так сказать, ну, конечно же, все отсканировано, но как будто все нарисовано. Блин. Вот. Тут все написано, короче, до самого конца. Как не стрелять, вот это все, вот это, куда направлять пистолет. Это мы тоже коробочку сюда уберем. Гайд вот сюда вот. Гайд. Красавчик. Так, достаем теперь диск с игрой. Самое главное. Вот, как бы у нас диск с игрой. Как всегда, то, что вы не любите читать, все сзади то же самое, что и на коробке. Только тут большая приписка. Не для продажи отдельно. Запомните, если вам захотят продать такую фигню, то это, как бы, можно сказать, и незаконно даже. Ну, я не знаю, я не разбираюсь, как бы, в этом. Тут мы сейчас вот это сам диск. Дополнение у меня в руке. Дополнение. Так, набор дополнений. Вот это все миссии, дополнительные войны, вон. А здесь ключ. Я вам не покажу. Все из безопасности, конечно же. Вот мартышкин труд. Вот этот чувак, можно сказать. Колоритный персонаж. Герк. Как бы мы будем проходить с ним миссии. Тут как бы такой арт нарисован. Тут все подробно. Тут одиночная игра. Дополнительные 40 минут геймплея. Миссии, так, японская ракетница какая-то. Потом дополнительные войны, дополнение охотника. Ну, вот это то же самое, и какой-то лук. А нет, это лук хищника. Но, походу, он в сетевой игре, а не в одиночной. Как бы давайте тогда закроем, как бы шип. Главное не видеть код, главное не видеть код, да? Давайте я уберу. И у нас, так, давайте выберем тоже сюда вот штуку. Как бы у нас получается, так, диск с игрой, гайд по выживанию, чехол для гайда и всего остального. И самое главное, это Вася. Вас. Молодец. Так, все, походу, получилось хорошо. Ну и коробочку не забыть. Коробочка будет хорошо смотреться, если, конечно, вы будете васа туда захотите положить. Но можете его просто убрать, и вот так будет такая коробочка, как бы. Можете все туда сложить, что мне нужно, там диск с игрой, я тоже уберу туда все в чехол, сложу это. А васа оставлю, наверное, не знаю, день здесь вот так вот. Пусть мне будет вот так вот весело играть с ним. Так, когда буду проходить Far Cry 3. Ну ладно, с вами был Артур. Всем пока. Кто впервые на моем канале, подписывайтесь. У нас будет еще много всяких разных видео. Я сам не знаю даже каких. Вы пишите комментарии, ставьте лайки. Вообще комментируйте, что хотите, делайте на моем канале. И подписывайтесь, самое главное. Всем пока. С вами был Артур.